божественный мир, чтобы война ушла, чтобы этот бесовский жертвенник, который сегодня в Украине, где гибнут наши ребята, где погибают люди, мы молим Тебя, чтобы он был убран силой Твоей. Дай благодать покаяния, дай милость и любовь, дай, чтобы народ Твой, Твоя церковь сегодня объединилась вокруг имени Твоего святого и была в благословении, и благословение было благословением для каждого, кто сегодня находится в Украине. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа, Господа нашего, услышь нашу молитву. Аминь. С миром Божьим!